Кто в галерее был? Не были еще? Ну, просто интересно, реально, что работает. Я в СБС была. Что там? Да там, как оказалось, я там по магазинам никогда не ходила. Как оказалось, там не так уж и много магазинов. Ну, что открыто? Ну, давай лучше скажу, что закрыто. Ну, давай. Какой рынок же будет? Получается, H&M. Открыт? А, закрыт, да? Так ты ж тебя нет. Чиндем закрыт. Угу. Да, поменяем. Зара тоже. Поменяем руку. Вторую руку сюда. Там Зары нет. Угу. Что еще там было закрыто? Теперь хоть есть перевод. А, еще это... Мы были там недалеко, а Меридиан находится. Угу. Там тоже многие закрыты. Вот последний день работали Адик. Угу. Да, и как мы уже были закрыты. Можешь повращать. Круговые. Ну, остались всякие вот эти котаны и всякая фигня, которая некачественная. Не знаю, может, хоть нормально начнут. Кстати, раньше Gloria Jeans прям хорошая была. Ну, прям была хорошая. Он был хороший? Ну да, мы там еще делали покупки. Ну не прям там всегда находили то, что нам нужно, но за неимением ничего. Считался нормально. Еще я не помню, был у вас магазин. Как он называется? Юз? Нет, не Юз. Вот этот раньше Нью-Йоркер был хороший. У меня с Нью-Йоркера футболка до сих пор с 16 лет, представьте. Ну просто как